Всем привет, всем привет, с вами Алексей. Мы начинаем прохождение Stabs the Zombie, Месть Короля. Да, как вы поняли, игрушка про зомби. А Stabs, я не знаю, как переводится, возможно, это имя нашего главного героя. Эту игру я хотел пройти уже очень давно. Очень крутая вещь раньше была. Она запускается с большим трудом. Особенно на винде 7, я поставил 8, но по другим причинам, не из игры самой. В общем, она запустилась на винде 8.1. Ну, тоже с небольшими затруднениями, но тем не менее запустилась. А, хоть как-то, не то что на 7 винде. В общем, как бы там ни было, начинаем проходить, как я уже сказал. Так, уровень сложности средний. Это экшен, по идее, не страшилка никакая, не подумайте. Это игра скорее с юмором. Трещон в озвучке гоблина. А знаете ли вы, почему она называется силиконовой? Да потому, что именно здесь впервые в мире был налажен массовый выпуск силиконовых имплантантов. Именно это производство стимулировало появление и развитие компьютеров. Именно для силиконовых фабрик были придуманы роботы и всякая другая хардварная дрянь. Но все это было только началом зарождения новой индустрии. Пластическая хирургия — вот венец эволюции. Ее отец... Сейчас посмотрим, потом начнем. Не буду пока ничего говорить. Говорят, именно он перешил Гитлера в обезьяну и надежно спрятал его в лесах Амазонии. Ну, а кто же платит бабки и, соответственно, рубит капусту? А вы что, не знаете? Это же миллиардер Борис Абрамович Шулеровский. Наворовал добра всякого, взял под него кредит на 1 миллиард у правительства России и свалил в Америку. Так и только здесь, в Америке, я увидел настоящее демократическое общество. Только здесь таки можно свободно выбрать себе такую грудь, какую хочешь, хоть футбольные мячи. А мы будем иметь свой маленький гешефт. Он заявил. Вслед за упругими бюстами мистер Шулеровский обещал наладить изготовление искусственных лиц с пожизненной гарантией. А полным дебилом для повышения интеллекта предложил недорого вживлять в мозги микропроцессор. Слышь, вот и наш главный герой. Ты чё сосиску отобрал? Между прочим, вы и в самом деле вот выглядите неважно. Вот мне кого-то напоминает. Кстати, да. Я бы вам порекомендовала доктора Шнапса. Вот, посмотрите на меня. Верните сосиску. Сосиски у меня торчат из тельца, по-моему. Грудь последней модели. Иди хоть новую подтяжку лица себе сделай, урод штёпанный. Он мне кого-то напоминает. Да, это мы уже слышали. Так, атаковать мы можем на мышку, можем на букву R. Похоже, ты ему голову ногтями задел. Придется лицо штукатурить заново. Не придется. Так, вот, все. Сожрать мозги. Это отвратительно. Хочешь я тебя? Да, визажист ему уже не понадобится. Надо вызывать таксидермиста. О, что же это я все острю да острю? Ты-то что, что все мычишь да мычишь? Чисто Герасим в лодке, уже скажи что-нибудь или языком не владеешь? Используйте мышь, чтобы осмотреться. Что ж ты молчал? Какие проблемы? У тебя же в самом деле язык отвалился. Да ладно, ты мне и без языка нравишься. Да, не только язык. Слушай, а ты что, в самом деле самый что ни... Да есть настоящий Майкл Джексон. Во-во. Играть мы будем за... Майкла Джексона, который восстал из мертвых. Хотя на самом деле по сюжету он не является Майклом Джексоном, только сам похож на него, еще и в озвучке гоблина все это так прям таки подталкивает на эти мысли. Там еще есть оригинальная озвучка там от Буки. Ой, ну, ты прямо на улице. Не знаю, не слышал ее. Потерпи, скоро придем, расслабимся. Тут недалеко, минут 20, если... Иди давай. Ой, мне милый. Король музыки уже не владеет языком, так что... Ну-ка помолчи, не гундось. Что это там менты тусуются? Таращимся.
Пойдем. Короче, это 50-е, походу, или 80-е. А, типа современные уже все. Будущее в прошлом. Сегодня в завтрашний день, типа. Ой, как интересно, а чего ему надо? Письма пишет. Угрожает главврачу нашей клиники личной расправой в циничной форме и в особо циничном содержании. Якобы тот ему что-то не так пришил или отрезал. Так точно. И еще что-то не так ему покрасил. Мы точно не знаем. Ты ж понимаешь, нам это все по барабану. Угу. Понятно. А как он выглядит? Как выглядит? Террорист как террорист. Я своего Майкла не сдам. А вот и он. Да не, это не про меня имелось в виду. Но почему бы мне не сожрать мозги, если я имею такую возможность? Все, зажигай, ты сядешь за убийство. Нет. Камрад. Никто не узнает. Хотя... А, ну да. Главная фишка в этой игре. Малыш, зачем же ты тянешь в рот всякую гадость? Погоди, я в аптеку сгоню. Но я же зомби. За активированным углем. Нет, не враг, не знаю. Гони лучше за зеленый. Эй, руки за голову. А, ну да, можно выпустить газ. Уши пула подпустил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И мы таким образом оглушаем их. И наши братки подтягиваются. Все, обезвредили. Но валите его, у вас же такая куча. Мозги. В общем, каждый, кого мы сожрем, будет бегать за нас. Нашел 7 родков, можно идти дальше. Ну что, о чем поговорим? Посмотрите, они хотят испортить нам наше первое свидание. Все в норме, устроим. Че, так, стоп. Я хотел в настройки зайти. Устроим пати. Гони, а то я уже местами пошла гусиной кожей от страсти. Так, как-то, по-моему, можно свистнуть им. Отойти в сторону и... Чуваки, не. А вы можете направлять своих друзей куда угодно, по-дружески толкая их. Встаньте сзади своего товарища и нажмите Е. Ну, типа, иди давай. Пошел. Не, как-то можно им свистнуть, реально. Ребята. Причем получается не всегда. Так, а знаешь что, милый, давай возьмем этих парней и устроим вечеринку в честь нашей чудесной встречи. О чем я тебе и говорил. Она понимает меня. Взглянуть. Так, ну вот, допустим, со стороны. Во-во-во. Да не говори вообще. Я бы тоже пошел. Ну? Это, а, ну. Справа. А у меня еще и апперкот натренирован. Так что теперь, милый, ты мой навеки. Вот так вот. В общем, типа... Офигеть ты мне с него. Это что, она меня решила проучить или? А, ну это такое обучение. Она показала мне, что вот при ударе кончается жизнь. Логично? Ну все понятно. Зеленый цвет... Нет, не цвет жизни, но тем не менее. Хороший цвет. Цвет нашей кожи. Вот одна из фишек. Можем портить воздух, выпускать свои газы. И при этом оглушать врагов. Чтоб в легкость, с легкостью их сожрать. О, попадаем в центр города. Эй, ребята, вы чё? А чё они за мной не пошли? Чё, я зря всех перекусал и позвал с собой? Сохранение, расслабьтесь, повеселитесь. Приятного аппетита. Да, ребята, приятного вам аппетита. Сейчас мы будем жрать мозги. Можно вспрыжка там, по-моему, укладывать, вот так. Тут, конечно, не показывается, как именно он кусает мозги и хавает их. Это так просто, вот. Как бы. Чего у тебя с рукой, чувак? Я тебе ее не отрубал. Но они сами могут, вот беззащитных людей, они могут просто подойти и сожрать, как я сам. Не нужно их бить, оглушать и так далее. А, можно их подталкивать. Во-во-во, вот так. Он бежит и хавает мозги. Не, не того, чувак, не того. Ты ошибся.
Во, сейчас он убьет его, да? Куда ж ты бежишь, ты, блин, они... Короче, заколебали. Кто-то в меня только что пальнул. А, полиция. Так, ребята. В бой. Охрен. Подтолкнешь ты их в бой. Не, сейчас я покажу, я сделаю это. Во. Маленько криво, но все равно он съел его мозги. А можно его просто убить. Вот так. Правой кнопкой мы ничего не делаем пока что. Потом появятся другие плюшки. Ну, в общем, вот все. Мы зомби, мы убиваем людей, мы хаваем их мозги. И они становятся нашими. Ну как вам? И побежал, и побежал. А, ты уже никого не съешь. Печально. Оп, подтолкнул чувака. Мозги. Со спины, по-моему, можно их хавать. Даже если они не оглушены. Ты ж бегать быстрее умеешь, нет? Да, он умеет, она удерживать. Так сразу непонятно, что он... О, молодца, без меня. Ну как же вас много-то? Ребята, в бой. Черт, вот такие-то медленные. Говорю же, в бой, давайте. Но они могут умереть как бы. Как и я, как и они. Все, в принципе, стандартно. Я еще могу своих убивать. Орет, как резанный. Хава его. Вот, красавчик. Чтоб не было скучно. Он побольше народу сейчас будет. О, кровяка так и плещет. Вообще, это не GTA. Тут нельзя бегать вот в каждый уголок. Хотя, по идее, можно, там ничего не будет вообще абсолютно. Мы идем чисто линейно по сюжету. Какой-никакой он здесь есть, как бы. Хотя, довольно странно. Просто идем куда-то, потом появляются какие-то цели. И попадая туда, куда нужно, мы всех жираем, как обычно. Не, ну весело, прикольно раньше было это. Вполне себе так, ничего. А, вот, кстати, черно-белый цвет, он, ну, будет не всегда. Там, по-моему, потом будет по-другому. Да, в принципе, он уже нормальный. То есть, еще лучше будет. Ребята, вы меня бесите. Все, короче, он уже жертва. Уже труп ходячий. Ребята, ну вы чё такие? Ни о чем. Я могу им свистнуть, по идее, но... Окей, используем. Чё мы сегодня хавали? Ну да, мозги, не знаю, как мозги это самое, на запах. После переваренного. А, вот еще такая фишка есть. Можно отрубать конечности. Но не все, только руку. И использовать ее как дубинку. Допустим, тебя. С удара сносит. Не жалко его, короче. Бесполезные овощи. Пользуйтесь метрополитеном. Только у нас вы можете почувствовать товарищеский локоть. Молодец, Пучков, такую озвучку забацал. Да и вообще озвучек-то у него куча. В основном, конечно, на фильмы, но... Вот с этой игры я, по-моему, узнал его. Значит так, террорист наконец-то выдвинул условия. Во-первых, потребовал выкусить из мозгов все микропроцессоры. Во-вторых, потребовал слить весь силикон. Для себя практически ничего не просит. Только дайте, говорит, немножко поиграть с дитями. С дитями? Ты же не просто так тут ошибаешься. Все. Прикол такой, что ли? Типа Майкл Джексон, дети. Станция Маньяковская. Просьба всем Маньяковская, говоришь? Освободить вагоны. Не, ну это не я. Почувствовал локоть товарища? Значит так, поедешь по этой ветке в час пик, мы с тобой потесней пообщаемся. Сразу зеленый скромный вопрос. Что надо? Позвольте поцеловать ручку. Отвали. Так, да ножку. Вах! Чего тебе от меня надо? Когда я родила Бориса Абрамовича, кстати, твоего начальника,
ты был размером с горошину. Ничего себе, сколько она вся забацала, что... Если грузин сказал, что любит, значит грузин... Такая молодая осталась. То, что видит мат какого-то там миллиардера. Слышь, даже моего начальника... Ну, наша цель по ходу прохождения будет это... Это самая девушка. Но достать ее будет непросто. Это наша главная цель. Швы? А что за операция была? А, ну типа, как знаете, как силикон, только... Не в грудь, а в задницу. Ну да, накачал все ягодицы. Накачала! Так, вот. Снова. Другая цветастость. Чем мы там кидаемся, я не знаю, но... Нормально выносит. Говорю, что такое современное, все даже более того. Летающие машины. Может, это какое-нибудь удобрение, я вообще хрен знает. Быстро или медленно я вот... А, Содомобиль. Содо. Че, ну соды и бросаются. Если бы там было написано Содомобиль, я бы понял, о чем речь. Ну, в кучу. Вау, ребята, веселимся. Могу сам себя подбить. Чего нежелательно делать. Ну, проще простого. Тем более, музон подключился. Еще более весело стало. Так, сейф. Я же говорю, что игра старая, да? По идее-то. Этого я не говорил, походу, но вот. Поскольку она старая, с ней были небольшие проблемы при включении. Еще раньше, помню, она вообще не сохранялась у меня, даже когда я пытался ее пройти. Нужно было за раз ее проходить, или да и там самое. Фу ты. Заговорился. Нужно было либо комп не выключать, либо проходить ее за день весь. Без остановки. В общем, нам нужно куда-то попасть. Чтобы можно было войти. Сейчас мы всех перевалим. Что-то все прыгают, выселяться что ли? Грибочки. Содомобиль. Сода. Ах ты скотина. Вовремя выстрелил. Сейчас всех перестреляем. Никого в живых не оставили. У машины нет здоровья, поэтому можно бесконечно ездить. Она может только перевернуться, как у этого чувака. Можем помочь ему. Перевернуть ее снова. За нее, конечно, уже никто не сядет, но... Так, для приличия. Так, нам, кажись, сюда. Что за место вообще? Какой-то бункер, походу. О, добрый вечер. Без палева. Нет. Нету. А, ну у Майкла Джексона вроде был ребенок, да? Я не помню, если честно. Так, ребята, вы меня заколебали. На всех подействовал? Нет, сверху не подействовал. А, все, там уже договорились. Помню, если роботов обычных бить, то они могут завалить так-то. Ты че такой? Ну-ка. Поддайся мне. Да ты чё? Сейчас оживёшь. Ах ты какой. Без руки его оставил. Ну прощай. Если вы там, по-моему, мозги не хаваете, то... Они... Не возрождаются. Не поднимаются. А, не-не-не, поднимается. Ну немножко нелогично, да? Мы его просто убили, не хавая мозги. И он поднялся. Вот, молодцы, ребята. Пустите меня. Так, рычаг управления. Что мы делаем? О, ребята бегут. Бегут. Много бежит? У нас тоже много. Вот прям как знали, а? А что я сделал? А, я, по-моему, открыл этот самый. Там врата были такие большие.
Вот мы открыли их. А где все ребята? Походу снаружи. А, ну есть, да. Поехали. Какой-то купол большой. Такое изолированное место. Чё за хрень, я вообще не знаю. Полетайте, ребята. Сделали сальто. Чувак аж полетел. Далеко-далеко. Но он не разбился. Так, я все это открыл, нет? Можно я выйду? Точно. Ты чё? Они пытаются меня бить, заразу. Ну как тебе? Пойдешь со мной. Что происходит? А, машина стоит там, походу. Из-за этого она. Не может закрыться, забаговалась. Не, это место вообще не обязательное было. Зачем я сюда пришел? О, кстати, помню. Чувак. Садись. Кто из вас? О, красавчик. Я причем да просто так вообще. Он же ничего делать не будет. Ну потом, разумеется, если я выйду, он пойдет со мной вместе. Такая фишка. Помню, еще путался, куда идти, где что и как. О, сейф. Так сразу давай. Во, все. Он все еще там сидит. Вот тварюга. Ты придешь, нет? Четко вообще. Так, 1109. Мы оттуда, по-моему, выходили и потом уже туда летали. Это ведь то место, ведь, да? Я ведь не ошибся ни в чем. Я возвращаюсь. О, нет. Место похожее было. Прям идентичное тому. Убегаю, засранцы. Да беги ты, я же нажимаю shift. Чего он не бежит? Ну, все, пойдет. Приветики. Не стоит. Так, все. Мозговые полушария съедены. Чувак, ты зачем своего товарища убил? Он был нужен мне. Ах ты какой. Съедаем мозги, пополняем хп. Хотя бы немножко. А мне снаружи... А, о, привет. Давно не виделись. Не уходи, я не предам тебя. Я знаю, что ты не террорист. Хочешь? Ну как бы, да, это не я. Вступи в какую ячейку? О, он курит, заметил, всегда курит. Всегда с сигой. Так, и меня в это время хера... А, чтобы бросить внутренний орган. А, это взрывная вещь, она может прилепиться к ним. У тебя и печень была не настоящая. Кишки? Ты кишками кидаешься? А я думал, это... Не знаю, на почку похоже. В общем, кишка. Попасть трудно иногда. Во, попал, все. Хана чуваку. Сейчас будет бум. Так, у вас было трое, а где второй? А, он сдох уже. Ну все, приплыли. Давай, скорее. Ты сможешь, я в тебя верю. Ты тоже давай подоспевай. Если его подтолкнут, то он сожжет кого-нибудь. Блин, он мимо прошел. Иди сюда. Вот подбирать руки просто нельзя. Когда чуваки мертвые, а отрывать их конечности тоже нельзя. Так, ребята. Как дышится? Только твой мозг. Больше мне ничего не нужно. А, ну мы постепенно, мы пополняем все.
все свои примочки. Дополнительная кишка при этом. Потом воздух наш. Наш. Так, вот с прыжка. Кого-нибудь сожру сейчас? Нет, не сожру. Да, я... Ребята, давайте, помогайте. Все. Защищаются полы. Пипец, они орут. Короче, я доверяю это им. Все, уже готово. Прям так их хлещет. Давай. Ой. Прям с мертвого тела. Он без башки еще даже. Так, оторвали мы ему руку. Сейчас я кого-нибудь захерачу этой рукой. В Пенсильвании? Что у вас там такое? Они выращивают такие цветы, что ли? Или что это такое? Не поверю, так, мне, по-моему, не сюда. Так, вроде иду тем путем. Кажись. Нормально. С ударом. Но она не вечная. Удар 2-3 и все. Как ты быстро встал. Так, ребята, я пришел за вами. Нужно больше воинов. Так. Два удара можно хавать. Два удара и готовый. Давайте сами. Вот мне хочется, чтобы они сами всех хавали. Тоже помогали. Их же много. Некоторые, конечно, отстают, но... Тем не менее. Ай. О, забрал моего. Красавец. Ребята, кому? А, ты без башки. Ну, все. В общем, готовы. Все, ребята, приспособились. Могут, умеют. А что с тобой такое-то? Это ты, что ли? Ты так не умеешь, ты так не можешь. Тебе нечем этого делать. Подарочек. Блин, близко. Реально близко. Если он даже не заметил, походу. Он не заметил, сейчас бомбанет. В смысле? О, готово. Радиоактивная кишка, походу. Да. Сейчас ты будешь бояться. Блях, зачем ты сюда бежишь? Сейчас моих подорвет. Да, печально. Ну, многие выжили так. Маски. Бля. Давай. Нам нужно пробить его. Походу, я не знаю. Раньше они могли так-то. Может, руки нужны ему были, чтобы он схавал его. Без проблем. Так, ты мой. Подохни, короче. Время на тебя тратить не хочу. Так. Сохранение. Отлично. О, догоняем. Как так? Чё-то быстро мы их. А где мои братки? Так, что там внизу? Так, эти ребята бегают. Эти бегают. Че, походу, мы обойдем. Вот нам показывают, что они рядышком, да, что мы их догоняем. А после этого они просто исчезают, и вот они находятся потом дальше. Как темно. Капец. Ребята, мы исчезли. Так, ты будешь первым, кто пойдет со мной. Ты избран, давай, вставай. Чувак, ты где вообще? Тут так темно, что я нифига не вижу вообще. Уай, давай. Давай. Помогай. Мозги ждут. Чужие мозги. Своих вы не имеете? Так. Хотел кишку кинуть. Кончилось. Печально, что. Да не только твой. Так, ребята, кому там?
кишку-то? О, за ляжку ему. Попал же? Ну как, чуть ниже ляжки. Ну, кажется, хватило. Мой. Ты чё? А чё ты так делаешь? Прям ненасытные такие. Ну я, в принципе, чё это такое? Чё не выращивают? Ну-ка. Не, никак нельзя. Мы идем к своей цели только. Как же они рут, а? Прям какой-то ужастик. Давай же. Чуваки, давайте, нападайте. Бляха. Они уворачиваются постоянно. Мне жалко на них использовать это самое. Во. Ребята, нападаем. Тебе не хватило, походу. Да тебе не достало. Давай скорее, нападай. Красавец. Все, знает свое дело. Когда этих оглушаешь, они сразу нападают. Это кишка у меня торчит такая, да? Длинная, прям пол тела. Как это? Я даже не знаю. Потеряно пол тела. И у тебя тоже сожру. Ребята, а ребята. Ай-яй-яй, сейчас ты выкусишь у меня. Да ладно. О чем это говорит? Да блин, столько нажимаешь, он только потом кидает свою кишку. Сейчас она бомбанет и он сдохнет. О, оба сдохли. Аж башка отлетела от такого напора. Блин, да ребята, не мешайтесь. Так, хочу кое-что проверить. Ну-ка, ребята, сейчас они встанут, и можно будет им свистнуть. Да, иногда можно, иногда нет. Ну, мы, кажется, куда-то прибыли. Куда вот только? О, эти шарики. А, похоже на кактус. 2D текстурка? Не, не пойдет. Я тоже так считаю. Ух ты, едицкая сила. Да это шо? Слышь ты, как там тебя? Я тебя вижу, но не помню. Так, попробуем наводящий вопрос. Слово по горизонтали из 7 букв. Вторая же. Поп-идол 80-х из многочисленных... Майкл Джексон, чувак. Да это ж Джексон. Да вообще не говори. Все аж офигели. Кироль возвращается. Правда, уже не в лучшей форме. Заправиться решили. О, какая заправка. Роботы стоят. Доброе утро, мужчины. Здорово, пацан. А я не мальчик. Ну, повесели старательник, скажи нам еще, что ты девочка. Я еще не привыкла, я мальчик только 2 дня. Интересно, как это у тебя получилось? Да вот, пришили мне тут кое-что. Ты как, не жалеешь? Сам-то понял, что спросил. Ну, он вставляет свой шланг и... А что такое, ребята, вы что? Все же в норме. Хотите, покажу, что мне пришли? Я сейчас вырвет. Только не здесь, дуй в сортир. Иди, я прослежу, чтобы он нам горловину бака не погнул. Нет, ребята, я вам могу сказать как эксперт. Мужиком быть лучше, но дороже. А сильно дороже? Ну, я прикидывал. В месяц должно получиться баксов на 500. Серьезно? Ты адресок клиники черкани? Может, и я перешьюсь для экономии. В смысле перешьюсь? Хер ему отрежут, чтобы было экономнее. Ну, а тут появляемся мы.
Один глаз большой, один нет. Поменьше. Может, века просто нету, поэтому. Смотри, куда? Ну, по своим делам пошел. Не стал никого трогать. Полицейский участок, зачетно. Попались. Я, кстати, серьезный мыслитель. Приуныл что-то.